Андреева Ирина, БММ, Амурская область, Финский район. Меня зовут Андреева Ирина, я приехала с Амурской области, с Тюменского района. Ирина, а чем вы занимаетесь вообще тоже? Я занимаюсь национальными танцами у себя в поселке. Получается, вы хореограф? Я не хореограф, я танцор. А, танцор. Танцор, да. У нас хореограф взрослая женщина, которая уже более 20 лет или более 30 лет занимается танцами. А ваши родители или кто-нибудь из родственников занимаются оленеводством? У меня и родители, и два брата с женой, они все оленеводы. А, да? А вы сами тогда были же в бригаде этого оленеводства? Да, я каждое лето, можно сказать, ездю, там, на каникулы зимние ездят также с родителями. Интересно. А как молодой специалист, если, ну, каждое лето вы ездите, да, к водителям, может, знакомы с проблемами, которые сталкиваются оленеводы ваши? Ну, оленеводы сталкиваются с проблемой, когда медведи, волки начинают гонять оленей. А другие еще проблемы есть? Ну, проблемы какие еще? Например, с добывающими компаниями. Да нет, у нас от нас все это далеко. А так, ваши родители, наверное, даже говорили об изменении климата. Вы даже сами, наверное, чувствуете, да? Что-нибудь об этом можете сказать? Ну, в этой зиме, как мои родители говорят, очень холодно стоит. И снег очень много стало. Снега, что они охотятся, потому что проваливают собаки и так далее. А такие явления, как наводнения, бывают у вас? Да, очень бывает. Летом вот, очень много дождя бывает. Может, месяц-два идти, потом будут речки большие, невозможно будет переезжать в другие места. А вы в первый раз у нас ездите? Нет, я здесь, я езжу еще так на гонке, вот. Тогда вы знакомы и с оленеводами Иркутии, получается? Да, с Енгры. А, с Енгры, да? А на своем языке говорите, да? Да, я на Олимпиаду ездила, вот, когда Олимпиады проводятся, в Благовещенске. Я там гран-при забрала сразу. Какая молодец. А с местными, значит, эвенами вы общаетесь? Да. На каком, на эвенском языке? Ну, где на ингильском, а где можно на русском, потому что я ингильский не понимаю. А язык амурских эвенков с языком енгринских эвенков чем-то похожи или одинаковые? Они похожи, но все-таки есть различия. Есть различия, они могут по-другому говорить слова, мы под одному будем говорить язык. Эту же фразу можно сказать по-другому маленько. Не говорят другому, можно сказать. Например, пример можете привести какой-то? Например, у нас говорят «дарова мотал», они говорят «инты мотал». А как вот впечатление от соревнований по метанию? Мы видели, что вы там участвовали. Да. Ну, у меня нормально. Я мало держала молот в руках, мне нормально. А так попали, да, в цель? Я до последнего дошла, вот у меня время закончилось. А сами как считаете, у вас результат будет или есть результат? Думаю, будет. А так, вот первый раз мы проводим такой международный чемпионат по оленеводству. Как вы считаете, такие мероприятия нужны в будущем? Мне кажется, да, нужны, чтобы многие ивенты собирались. Национальности разные собирались в одном месте, могли знакомиться с друг другом и обмениваться опытом, проводить все.